дорогие вангородцы и гости нашего города! Сегодня мы с вами являемся свидетелями значимого события для нашей ивангородской земли. Год 2020 выбран не случайно. 2020 год объявлен в России годом памяти и славы. 2020 год является годом победителей в Ленинградской области. 2020 год является юбилейным и для самого генерала Федюнинского, которому исполнилось бы 120 лет. Напомним молодому поколению и жителям нашего города о военном профессионале. В период Великой Отечественной войны войска под командованием Ивана Ивановича Федюнинского участвовали в боях на Западном, Ленинградском, Волховском, Брянском, втором белорусских фронтах, участвовали в обороне Ленинграда и прорыве блокады, в Курской битве, Брянской, Красносельско-Ропшинской, Нарской, Таллинской, Восточно-Прусской и Берлинских операциях. Федюнинский удостоен звания Героя Советского Союза. Сегодня действительно значимое событие в жизни города Ивангорода. Сегодня мы открываем памятный бюст достойнейшему человеку, великому полководцу, генералу, Герою Советского Союза Ивану Ивановичу Федюнинскому. Командовал большим количеством войсковых соединений, в том числе и 2-й ударной армии. Армии, освободившей наш город, город Нарва, Кингисеппский район. Армии, нанесшей решающий удар в ходе снятия блокады Ленинграда. И сегодня мы открываем памятник здесь, у нас, в нашем городе, в городе Ивангород. Это наша с вами вечная память о том страшном июле 1944 года, когда воды реки Нарва стали багрово-красными. Крови наших солдат, форсирующих реку под шквальным огнем противника. Клянемся хранить эту вечную память, хранить и приумножать ее, передавая из поколения в поколение. Вечная память героям, от генерала до рядового, отстоявшим свободу, отстоявшим наш мир. Спасибо. Мы помним и знаем, какой ценой нам досталась эта победа. Страшной ценой. Ценой человеческих жизней. Поэтому мы всегда несем в своих сердцах и в своей душе и в своем сердце память об этой победе. Но, к сожалению, в наше время политики многих государств пытаются изменить историю, пытаются стереть все эти события, пытаются придать забвению тех, кто их освобождал, кто дал им свободу, кто дал существование их нациям и кто дал вообще жизнь их государству. Потому что мы знаем, кто забудет о прошлом, у того нет будущего. У нас с вами будущее есть. Я хочу всем пожелать мира, счастья, добра нашей великой Родине России, процветания. Хочу также поблагодарить за патриотизм и за постоянные систематические наши мероприятия, которые проходят здесь, подразделения Западного военного округа. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в организации установки этого памятника. Установленный памятник Герою Советского Союза генерала Федюнинского символизирует мужественный героизм, проявленный советскими солдатами и офицерами для освобождения той земли, где мы с вами находимся. Война была разной для всех, но общей для многих. Нам достался мир и земля. Наша с вами святая обязанность сохранить доставшееся и оставить на вечную память подвиг наших предков. Спасибо. От имени командования Западного военного округа 6-й общевойсковой армии 138-й отдельной мотострелковой бригады хочу вас поздравить всех с этим знаменательным событием. Не просто рядовое событие для вашего города, для нашего округа. Здесь, на этой земле, действительно происходили очень важные, очень знаменательные боевые сражения в годы Великой Отечественной войны. Конкретно в 1944 году, где генерал Федюнинский непосредственно командовал войсками, командовал успешно, все поставленные задачи были выполнены. Да, далась эта победа
большой ценой. Мы связываем это время, то прошлое, с нашим настоящим. Для того, чтобы наше молодое поколение, молодые люди помнили об этом, чтили эту память. И когда придет необходимость, стали на защиту своей Родины. Событию установления памятника. И слава Богу, что мы воздвигаем памятники, но не разрушаем. Мы, как уже здесь сказано было, видим, что творится. Люди хотят уничтожить то, что было до них. Плохой память мы должны помнить, чтобы не сотворить дальше такое же плохое. Хорошую память только нужно приумножать. И вот сегодня мы, братья и сестры, и обрели эту память, который приумножается, а тем, кто вольно положили свою жизнь за нас, вечная память. Иванович Федюнинский служит достойным примером для современной молодежи.